Напомню, что этим летом спецавтохозяйство убрало мусорные контейнеры с территории общего пользования во дворы, а в селах организовало подомовой вывоз. Это было сделано для того, чтобы объекты торговли не заполняли контейнерные площадки общего пользования своим мусором, а заключали с Сахом отдельные договоры на вывоз. Сегодня инициаторы признали, расчет на сознательность предпринимателей и граждан себя не оправдал. Люди стали оставлять мусор прямо на газонах. Глава потребовал баки вернуть, а на контейнерных площадках навести порядок. Руководство департамента городского хозяйства Анатолий Пахомов порекомендовал усовершенствовать и систематизировать существующую систему сбора мусора. Культи, которые нужно вывести, они валяются по всем. Вот ваши эксперименты. Еще раз говорю, прекращайте заниматься ерундой. Верните как положено, только я требую, еще раз говорю, требую, чтобы вы сами по каждой улице прошли зловой район, нашли, куда поставить этот контейнер, не на улице, конечно, а во дворе, либо, как вы говорите, там, заездные карманы, заходные, там, сделать это немедленно. У вас контейнеры, вы их никуда не подевали? Нет, конечно. А где они у вас находятся? Мы их по дворам развезли. Я же наоборот сказал, что покрасьте их, приведите в порядок и поставьте. Навести санитарный порядок в городе и решить мусорный вопрос ответственные лица, в том числе САХ, должны за 5 дней. За невыполнение поручений – увольнение, напомнил чиновникам глава города.